Наконец-то началась гусиная охота. Прибыли мы на место. Сейчас будем расставлять профиля, копать скрат. Погода вот такая у нас. Было где-то 20 градусов тепла. Вот, и вчера резко похолодало. Ударила пурга. Вот так все засыпало снегом. Как будто зима. Гусь с ума сошел, не знает, что делать. Вот мы только приехали на место, я так три профилечка поставил. Сейчас ночь, пока там чай кипит, решил попробовать, удачу попытать. С полем! Вот наш скрадок. На берегу реки сидим мы. Пока снег позволяет сделать. Так мы его обустроим. Вон добыча, вон Колян сидит. Профиля наши. Вот он, красавец. 5 метров до воды не долетел. Наступил второй день охоты. Погода испортилась немного. Только пришли в скрад. Добыли очередного гусика. Коля сходил за ним, далеко он утянул. Но... Что это, гуменник, да, Коль? Время 9 утра, ждем гуся. Видишь, прям гус. Вот они. Далеко. Есть. Сели гуси. Угу.
еще сейчас на лодке достанем. Вот наш быт. Сидим, обедаем, смотрим викингов. Колян там живет, сидит. Планар работает. Сейчас гусика поставим варить. Супец вкусный получится. Смогу править им в одиночку. Наступил третий день нашей охоты. Валит снег сегодня с утра, но гусь летает. Вот прям только что я пришел на скрат, вот там парочка села. Так что будем ждать гуся. Ага. Одного вижу. Второй выше, ниже. А. Да ладно. Вау, пусть под... Да что ж такое-то, а? Секретное оружие, Коля. В России запрещены электромонки. Готовим себе ужин. Так, что у нас тут? У нас тут сердца, печень, яйца. Сейчас это мы все пожарим, и гарнир картошечка у нас будет. Живем мы в вездеходе. 71-й у нас тут вездеход, вон спальные места там. Немного не убрано, но приберемся. Охота не дает этого сделать. Так уютней. Вот здесь одно спальное место. Вечерами смотрим фильмы, обсуждаем прошедшую охоту. Оружие занесли, потому как там дождь со снегом идет. Обогреваемся планаром мы. Рыбка у нас тут вялится еще. Вот это наша кухонка такая импровизированная. Как-то так проходят наши охотничьи будни.
блядь, попало же. Падай. Падай, да? Есть. А что, сзади еще был? Вон там, ага. 6 штук. А. Ух, скорость, блин. Вообще мощная. Блин, попал же. Что такое? Все, да? Эх, блин. На берег упал. А брод же есть, говоришь, да? Да, блин. Вот и подошла к концу наша охота. Совсем все растаяло у нас. Гусь улетел дальше на север. Отдельные экземпляры проходят транзитом. Даже не реагируют на профиля и на призывы. Решили поехать мы на точку на мою, половить гольца.